Добрый день, друзья. Вот мы закончили наш монтаж в городе Кабуле. Хочу вам показать вот входную дверь. При проектировании таких дверей и при монтаже обязательно берите в учет, чтобы вот этот стык между дверью и второй частью, тут должен быть усилитель. Тут должна быть обязательно усиленная пластина с декоративной накладкой, потому что при открывании и запирании она будет вибрировать. Так она стоит усиленно и жестко. И хочу, чтобы вы обратили внимание на один из наших гаджетов. Это не инструмент от Makita, не расходники от Nello, а именно вот на нашу кепку. Одна из хороших вещей, которые настройки нужна везде. Это не кепка, это вернее каска. Она очень такая классненькая. И бережет голову от, не знаю, лишних ударов от камней и всему, что с этим связано. Берегите свою бошку. До новых встреч. Увидимся уже в Кишиневе. До свидания.